Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Муж при ссоре пишет сыну гадости. Вот. А что говорить ребенку в этом случае? Ну, конечно, это неприятно, то, что муж вот так обращается со своими чувствами, да, по поводу, ну, развода, вот, это, ну, понятно, что всегда неприятно, да, это понятно, что всегда как-то, ну, тяжело, вот, ну, вот, к сожалению, бывает такая вот история, да. Много зависит от, на самом деле, того, сколько лет вашему сыну, вот, в каких он был отношениях с папой своим, вот, потому что, ну, очевидно, что если в отношениях с папой был таких прям близких-близких, да, близких-близких, то это, ну, одно, один момент. Вот. То есть, если он был в отношениях, ну, не очень близких с папой, ну, вот, то это, ну, ну, наверное, немножко, ну, немножко другого, наверное. Вот, если ваш сын маленький, вот, то, ну, одно тоже, вот. А если ваш сын, ну, плюс-минус, да, такой уже взрослый, ну, вот, то это, ну, другое, вот. То есть, ну, все зависит от возраста, потому что, ну, дети, они в разном возрасте по-разному воспринимают то, что происходит, и по-разному, ну, к этому относятся. Вот, на мой взгляд, это, в принципе, ну, нормально, то, что так. Вот, поэтому нужно, конечно, учитывать как-то возраст вашего сына. Смотрите, я не думаю, вот, в этом смысле, я не думаю, знаете, я не думаю, что, ну, что есть какой-то однозначный ответ на ваш вопрос, вот, потому что здесь, ну, на мой взгляд, нужно учитывать много достаточно переменных, да, например, как их отношениях вы с мужем, да, какие там, да, ценности, допустим, у вас, у вашего мужа, вот, из-за чего вы там поссорились, например, вот. Вот на эти все вещи, вот, нужно обратить внимание, чтобы, мне кажется, ну, как-то адекватно ответить на ваш вопрос, чтобы это было, ну, чтобы это было хорошо, чтобы это не было просто ответом таким вот для галочек. Ну, вот. Ну, сейчас вот то, что я могу сказать,
Сейчас очевидное можно озвучить это вот только то, что ваш муж, да, он, ну, не имеет в виду то, что, ну, то, что говорит, вот. То есть, ну, ваш муж, вероятно, там, как-то злится, да, вот, как-то пытается обратиться, но, ну, со своими чувствами, которые у него есть. После развода, вот, и вот, ну, таким образом он их проявляет вот на ребенка. Вот. Ну, это нехорошо. Это совсем нехорошо, то, что он делает. А, вот. Ну, что есть, то есть. А, вот. И вот как реагируете на эту ситуацию вы? Буквально, то есть если вы буквально на эту ситуацию реагируете плохо, вот, то и ваш ребенок будет тоже реагировать на нее нехорошо. Вот. И напротив, если вы будете реагировать на эту ситуацию спокойно, ну, спокойно, ну, адекватно, абсолютно, да, там, не чувствуя, что вас эта ситуация задевает, и транслируя ребенку, что его эта ситуация тоже не должна задевать, вот, то и ребенок, в принципе, как мне кажется, хорошо и адекватно, значит, к этой ситуации будет относиться, вот, потому что именно вы в этом смысле учите, именно вы учите своего ребенка, как вам, как реагировать на какие-то вещи, вот, как относиться к каким-то вещам. Вот, и, то есть, ну, почерпнуть, да, вот, почерпнуть, кроме как от вас, наверное, ребенку больше неоткуда, вот, почерпнуть информацию о том, как реагировать на такие вещи. Вот. Поэтому я думаю, что подходить к этому вопросу нужно, ну, желательно, максимально ответственно, вот, подходить к этому вопросу
Вот. И реагировать, в принципе, вот так, как вы сами, ну, хотели бы, вот, как вам самой кажется, ну, правильно в этой ситуации, как вам, как кажется, подходящий в этой ситуации. Вот. И это самое лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка. Вот. А, ну, будете, если там пытаться, да, как-то, значит, ну, обмануть его, да, будете пытаться, значит, как-то вот, там, допустим, ну, не знаю, увеличить, да, будете пытаться как-то вот, ну, реагировать не так, как фактически реагировать, вот, то будут у вас проблемы с ребенком, и ребенку будет тяжелее. Вот. Вот как-то так. Еще было бы очень неплохо, если бы вы задались вот таким вопросом, да, ну, точно ли отец, ваш муж, бывший отец мальчика, точно ли он узнал о том, что вот, ну, что ребенок вам расскажет, об этой ситуации. Потому что если знал, вот, если он знал, если он наверняка знал о том, что, ну, что ребенок расскажет вам о том, что папа ему говорит, да, что я думаю, что делается это в большей степени для вас, вот, а не для ребенка. То есть, ну, тут вот, ну, к моему сожалению, да, ребенок уступает больше как таким, знаете, ну, объектом манипуляции, вот. К сожалению. Ну да, неприятно. Да. Очень неприятно. Но опять же, выставление личных границ, да, то вот о чем я говорю, в принципе, это, в принципе, да и есть, это и есть, в принципе, выставление личных границ, вот. Ну, это вот поможет вам и вашему ребенку справиться с этой ситуацией, да. Ну, максимально корректно, вот. И с минимальными, ну, с минимальными потерями, да, значит, для себя из этого выйти. Вот. Я думаю, что примерно так вот можно вам ответить в этой ситуации. Вот. Бесконечно жаль, что вам и вашему ребенку приходится с этим сталкиваться. Вот. Очень бы хотелось, чтобы этого не было, но раз это есть, то вот, будем работать с тем, что есть. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго.